Добрый день. У нас уже почти час. Взяла камеру, хотела поснимать. А тут мне звонок зазвенел. Сестра с пасечного звонила, говорит, у них день рыбака на 9-го приглашала. Я говорю, ой, Галь, никак не можем. 2 года не было из-за пандемии. Так, приготовила я суп. Сегодня обычный, легенький. Конечно, можно было зелень, но мои никто не любит. Вася вообще тоже против. И гречку сегодня приготовила. Сейчас уже будем обедать. Я только схожу, переберу крыжовник. Девчонки где-то тут тоже все. А может, убежали? Дариночка! Где она, дочь? Собирается. Да. А, я забыла. Мы же попросили ее, чтобы вишню пособирали. Сашенька, включи свет себе. Да, Женя ей помогает, да? Да. Сейчас я отдохну, потом я приду. А, ну хорошо, хорошо. Саша была уже почти всю собрала, Софийка сломала. Дима приехал, а Софийка где-то гуляет. Ты одела шорты? Ну. Молодец, их, правда, не видно даже. Тома ходит, вся горем убитая, потому что я не разрешаю ехать. Блин, у меня вся обувь опять с той стороны. Тома, Том, помоги маме, поищи, пожалуйста, Женькину вот такую вот. Где-то, наверное, упала. Так, не ворчи, ворчу мне. Все, не ворчи. Нет, ты не поедешь в город. Все, утро с ней ругаемся. А, вот они где. Вот они где. В магазин ездили? Да, Санька, впереди. Ой-ой-ой, бабушка там кушать приготовила. А вы всякую гадость едите. Иди, он тебя Дима зовет. На, ну тебя. А, ту вишню, смотрю, бабшу уже собрали. И вот это осталось. Она, конечно, уже перезрела, потому что у нас все времени не было. Но все равно хочу, чтобы все обобрали. Сегодня Софийку заберут, я буду свободна, вечером буду компоты крутить. А девчонки еще вчера пили вишневый компот, сказали, мама, как вкусно. Наделай нам еще побольше, даже, доченька? Я единственное хочу, наверное, поменьше чуть-чуть сахара. Не, он, знаешь, по вкусу. Да? Сахар, да. Ну, все, собирайте. А где помощницы твои? Я не знаю, куда. Саша говорит, устала уже. А-а-а. Ну, ладненько, ладненько. Она устала, она собирает пазлы. А Женя... Мы сейчас кушать все идете. София, ты на кепку. Зачем на кепку наступила? Я не знаю, Настя привозила, не привозила кепку, что-то я не помню. Все, нарядили мы Софию, провожаем. Сейчас как раз она... А, ты никуда не едешь, забыла она. Ну, там вода, все, пустышки, все остальное, я все уже положила в эту... Санечка тоже собирается, собрала пакет. Сейчас уезжай, дай, доченька, тебя поцелую. У нас ли футболку погладить? Забыла цветы. Торопится. Ты не разливай тут ничего. Смотрите, какой огромный пакет она там набрала всего. Кофточку взяла и носочки. Завтра плюс 23 всего обещает. Пойдем. Завтра у Софийки 1,5 годика. Да, София, 1,5 годика? А послезавтра у Насти с Димой 2 года. Поэтому я там платьишко положила, Саша, с собой. Ну все, пока. Будешь пока? Ай, ты умер. Дай поцелую. Дай поцелую. Мы забыли попрощаться. А что прощаться-то, господи? На 4 дня. Настя не привезла же никакой обуви, ничего. Да, вот я тоже смотрю. Одевай кроссовки. Так у нее шлепки тут есть. Ну да, это... Носки, да. Надо, да, сейчас я принесу. Саша, ну все. Провожаем гостей. Вчера только все-все помыли. Сегодня уже опять все в разводах. Конечно.
Всю свою копилку растребушили, а? Что набрали? Молодцы. Вышибательные карандаши. Карандаши? Ну, да, молодцы. А ты, Дарина, что, они тебе не покупают? Нет, мы не съела уже? Съела уже? На моей девочке. Дарина повторяет со мной. Ну, вообще не Да, очень вкусная, конечно. Ну, ладненько. Идем дальше. А что вы, девчонки, включили, главное, кондиционер на кухне? Не, как это сахара нет? Это же мороженое, как это нет? Чисто ягоды. Ой, тут прям прохладно. Девчонки говорят, мы сейчас будем тут рисовать, так ни разу и не сели. Все что-то бегают, бегают, деньги тратят, тратят. Тома, где твоя прическа опять? Ведь делали. Ну, любит только ходить лохматая. Я да. Банки уже простерилизовала для варенья. Ой, забыла, крышки сейчас еще поставлю. Вот, и принесла еще, я их сейчас помою, тоже буду стерилизовать для компота. Девчонки мне набрали. Конечно, многие напишут, что собирали около дороги. Но на самом деле, ну, все собирают. Вот сколько я видела, и по той улице едешь, их собирают люди. У Бакшуры тоже внук приехал, одно дерево обобрал. Вот девчонки мне собрали здесь вот. Потому что мы обожаем такой компотик. Да, я его тут, конечно, все помою, переберу. И вот сколько получится, столько получится. Но первым делом сейчас варенье разольем. Вчера получилось тоже много варенья. Девчонки молодцы, помогают. Собирали все втроем, да, Женечка? И Дарина? Вдвоем. Почему? Саша не помогала вам? Яблочный сок. А что, много же было? Где он? Дима покупал вам. А Дима забыл купить Томе. И дал ей 50 рублей. Она купила мороженое себе. Ага. Компот пей! Компот, правда, закончился. У меня зрители написали, конечно, зачем мы открыли. Вот понимаете, я его закрыла и не посмотрела. Здесь вот, оказывается, резинка вот эта вот вылезла. И я побоялась просто его ставить в холодильник, погреб. Почему же не хочется с яблочным соком съесть? Ну, сходите, купите по яблочному соку. Раз уж все равно капец вашей. Знаете, решила я банки посудомойки помыть. Я их отмыла полностью, прям хорошо-хорошо, содой пищевой. Но так как я заливаю компот два раза, я думаю, достаточно того, что я еще и помою тут. Мама, ты положила таблетку? Да. Что тут все уже? Ну, ты мне не ломай! Помощница, ё-моё! Вообще у нас семейный подряд. Я варю, банки готовлю, все остальное. Пиротик. Нет, зачем, Алина, ты зачем? Все стерильные банки, крышки, все. Поставь на эту, поставь прямо на, вот на эту. Да. Потом я все помою. А Вася, вот видите, он разливает, закрывает. Сегодня Вася сдал на 3000. Надеюсь, не забывает положить туда в кучку, то посчитай потом. Я да. уже потратил. Ты достал, отец, я тебе как сказала? Я тебе сказала, складывай. Не слушается нисколько. В общем, еще тазик большой есть, тоже в подвале стоит. Неудобно тебе? А что тебе неудобно? Давайте сделаю удобно. Ты вот так наливай, а она нормально не разливается. Я в прошлый раз наливала. Да. Между прочим, есть неудобные кастрюли, которые как-то широко разливаются, а это удобно. Хотя у меня есть другая с таким носиком, та еще удобнее. Ну куда ты вот, ну руки же аж паришь. Да, ничего не греется. на вкус уже это. Винный вкус уже, да. Я уже, я так обрадовалась. Вот ей-богу, я сейчас пойду, сяду и начну вязать.
Я вам сейчас покажу. У меня, правда, ну совсем, совсем нет времени вязать. Но я тут ночами немножко вязала. Дариночка там отдыхает. Мне в последнее время прям нравится вязать лучше крючком. Вот смотрите, это я вот тут ночами немножко сидела и вязала. Это вот ту безрукавку, которую я вязала для Дарины, я ее распустила. Не пойдет этот цвет, вот она, этот цвет. Я Васе безрукавку свяжу. У нас была черненькая, в тюхтете осталась, он и распоминает ее. Где моя безрукавка? Я говорю, все, она там уже. Вот, и в общем, потихоньку свяжу крючком. Вот мне нравится крючком вязать. В общем, Васе свяжу безрукавку. И вот пока он вишню эту всю забрал, ну, скорее всего, он еще полезет и еще сам будет собирать. Вот. А так больше ничего не делаем. Девчонки где-то все играются, бегают. Я уж Васе тоже говорю, пусть дети отдохнут. Да, дочка? Пусть дети отдохнут. Ну, малину не собирают и все остальное. Один день. Уговорили меня дети в магазин, хотя говорю, Вась, ну съезди ты с ними один. Он ни в какую, и дети ни в какую. Мама всегда лучше выбирает. Вы знаете, что папа фиг вам что купит? Да. А маму можно хоть на что раскрутить, да? Ну не на все, конечно. Пошлите, все, пошлите, выключайте. Все с вами понятно. Надо кота выпустить. Вот такие возьмешь с тобой. Я имела в виду. На кухне. Блин, так неохота одевать, ну ладно. Я люблю такие, знаете, в сланцах ходить. Ноги раз засунул и пошел. Вот он. Он уже в шоке. В смысле? А где твои новые эти? Фиолетовые. Ну, ты что? Прибедняшься, а? А я в тапках поеду. Мы же ремни убрать. Мы только купили. Да, мам, я в тапках поеду. А мне ремни надо убрать. Мам, я забыла. Зимолю надо убрать. Ремни, ты закрыли на ремни? Нет, сейчас я закрою. Время ночи, мы по магазинам шаримся, а да, дети? Не ночь. Хотели еще в агрокомплекс, папа сказал. Ладно, и так нормально закупились. Да? Я два раза видела своих друзей. Друзей видела? Круто! А они где были? В магазине? Один я видела, когда каталась на роликах. А в другом магазине сегодня? Что ты хотела? Сладкое что-то? Уже не вкуснее, мне кажется, упало. Что бы упало наделали? Лучше просто выпили бы этот сок. Это там... Я вам в том лёд, мам. Софийка мне все звонит. Сашиного телефона. Ну. Ах, вы хулиганки, испортили только сок. Взяли уже. Не испортили. Заморозили, как попало. Мама. Так, дорогие мои. Женя у нас. День у нас закончился. Женя, день у нас закончился. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. У Дарины завтра выпускной. Смотрите в мамином видео. Папином. Да, в папином видео смотрите. Ну, если папа мне отдаст, тогда посмотрим, да. А мы не знаем, может вообще не получится снимать. Не знаю, посмотрим. Ладненько, всем пока. Ты хоть немножко поснимай. А ну ладно. Ну ладно. Заметались. Вон папкина одень. Ой-ой-ой. А Женя сидит, чай пьет. Помыла Томин обувь. Девчонки рванули. ПС у нас. У нас так часто бывают салюты. Вон они. Сегодня пятница, скорее всего, свадьба. А, ну, может быть. Там же у нас кафе, ага. Сова, по-моему, называется. Вот у нас я так помню, часто. Нет, не сова, видела, вот через Минкова, напротив магнита какой-то есть. А собаку умерла. Собака умерла. Успокойся. Мы тут вон красотой любуемся, а ты... Из-за этого я просыпаюсь всегда.
Красота. А что бывает там ночью? Успокойтесь! Угу. Хватит! Да. Тома! Хватит! Тома, не завтра у нас будут отмечать, ой, нет, третьего. День молодежи начинается в 7 вечера. Где? И в в Усть-Лабинске. И в 10 тоже будут салюты. Ну, что-то я не знаю, вести детей так поздно или не вести. Ты бы поехала? Я хочу свадьбу. Вау. Все, закончилось. Ну, все, пошлите. Всем точно пока. Всем пока-пока. Всем!